В 90-е из-за общего упадка в стране военные и ученые массово покидали Арктику. В те годы для выживания требовалась более оплачиваемая работа. И казалось, что научные лаборатории и военные базы в этом регионе больше никогда не пригодятся. Именно тогда в Арктике оказалась масса неутилизированных горючих материалов, а также брошенной техники, оборудования и просто мусора. В одной только арктической зоне Якутии было накоплено около 5 миллионов тонн металлолома. В 2010 году Владимир Путин лично посетил Арктику и поручил организовать в регионе генеральную уборку. Для этого был запущен проект «Очистка Арктики». В рамках него в 2012 году был полностью очищен остров Земля Александры. Тогда было собрано и обработано более 4000 тонн металлолома и почти 5000 тонн прочих твердых отходов. А с земли Франца Иосифа и Новой Земли было убрано более 40 тысяч тонн отходов. А в 2021 году стартовал федеральный проект «Чистая Арктика». Тогда было собрано и вывезено порядка 300 тонн металлолома и 250 тонн древесины и пластика. Но проект продолжил развиваться и смог выйти на международный уровень. В этом году в русском Заполярье будут убираться также волонтеры из КНР, Сербии, Ирана и Конго. Хороших вам новостей!